В Малом зале Нижегородской консерватории состоялся концерт, посвященный памяти Александра Наюнкина. В концерте приняли участие студенты, преподаватели и выпускники кафедры народных инструментов. Среди гостей была его дочь Анна. Она специально приехала из Москвы, ведь это первый и пока единственный концерт памяти ее отца. Спасибо вам огромное. Огромное вам спасибо. Это такие эмоции. Это каждая нота мне родная, каждая нота мне знакома. Московский композитор – легенда в мире музыкантов, которые называют себя народниками. Центральное место в его творчестве занимали произведения для баяна, аккордеона, ансамблей и оркестров народных инструментов. Есть записи, как он играет, импровизирует. Это очень много дает молодым музыкантам, молодым поколениям для развития. Его музыка заряжена энергией. Даже вот когда разбираешь ее, еще не играешь целиком, но даже вот начальное знакомство, ты уже полностью погружаешься в эту атмосферу музыки. Он задействует весь баянный потенциал. Один баян у него звучит как весь оркестр. Музыка Наюнкина раскрывает всю тембровую палитру каждого инструмента. Ее лирическая проникновенность находит отклик в сердцах слушателей. Но кроме этого, она еще и очень технична. Заведующий кафедрой народных инструментов Виктор Иванович Голубничий предложил включить произведение композитора в конкурсный репертуар для студентов консерватории.